который установлен сейчас, наш новый орган, ну, начнем с того, что это духовой инструмент, это живой инструмент. И стилистически этот инструмент относится, в общем-то, к традициям немецкого органостроения. И этот инструмент позволяет стилистически безупречно исполнять музыку эпохи барокко. Прежде всего, он примечателен тем, что на огромной территории Дальнего Востока такого инструмента нет. Это очень благородный, красивый, это достойный инструмент. Вот. Но органы, конечно же, все разные. Это инструмент небольшой, вы сами видите по размерам, да? Но для помещения нашего храма во Владивостоке он оптимален, его размер оптимален. Это орган намного лучше, чем мой большой орган в Нью-Йорке для барочной музыки. Очень теплый звук, очень легче играется. Безусловно, это достойный инструмент. Прикосновение клавиатуры – это очень чувствительно, и звук в это помещение замечательный. It's a wonderful sound when it resonates in the space.